В жизни каждой семьи наступает момент, когда родители задумываются, как развивать своего ребенка, в какой кружок или секцию его отдать. И здесь по всем параметрам выигрывают танцы. Ведь это не только интересное и приятное времяпрепровождение, но и масса других плюсов. Занятия танцами способствуют гармоничному физическому, эмоциональному и эстетическому развитию. Танцующий ребенок физически здоров. У него правильная осанка, красивая походка, крепкое сердце, сосуды и мышцы. Он смелый, общительный и раскрепощенный, и у него много друзей. И это далеко не все, что получает ваш ребенок, занимаясь танцами. Руки на пояс поставили все, спасибо, что меня услышали. Сейчас мы будем делать упражнения, которые помогут нам, Ксюша, очень хорошо слушать музыку. Я хлопаю, мы все вместе повторяем. Детский хореографический ансамбль «Башмачок» был сформирован на базе Центра досуга детей и подростков «Тамыр» в октябре 2001 года. В ноябре 2006 года руководство ансамбля приняла Патрушева Екатерина Андреевна. В нашем ансамбле занимаются дети в возрасте от 2 до 16 лет. Занимаются у нас мальчики и девочки. Занятия у нас проходят с сентября по месяц май. Дети в возрасте от 2 лет, они занимаются у нас с мамочками поначалу, а потом далее мы стараемся уже малышей отлучать от мамы, и уже наши малышки занимаются самостоятельно. Естественно, в данном возрасте занятия проходят в игровой форме. Дети в возрасте от 3 до 7 лет, они у нас занимаются партерной гимнастикой. Это упражнения на полу в разных позах, сидя, лежа, на спине, на животе. И эти упражнения, они направлены на укрепление мышц тела, на растяжение мышц тела, на развитие гибкости в суставах. Дети уже у нас от 8 лет, они занимаются классическим танцем, они занимаются у нас у станка. Эти уже упражнения, они направлены на большую выразительность, пластику, грациозность. Вот это все то, что необходимо уже для танца, для выучивания элементов танца, для высокого прыжка. И уже в этом возрасте у нас дети занимаются разучиванием народных танцев. И раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Я на танцы хожу с 4 лет. Ну, танцевать нравится, потому что как бы в танцах можно показать себя, раскрыться. Коллектив хороший, вот группа хорошая, все общительные, все добрые. Когда я пришла на танцы, мне было трудно сначала садиться на шпагат. Потом я много тренировалась, и у меня стало хорошо получаться на шпагат садиться. Мне нравится на танцах танцевать. Наши танцы хорошие, веселые. У нас есть хорошая воспитательница Александра Вадимовна. Мне нравится ходить на танцы. Меня водят иногда каждый день. Всегда. Руководитель ансамбля «Башмачок» Патрушева Екатерина прошла обучение с 1993 по 2004 год в образцовом детском хореографическом ансамбле «Веселинка» Уфимского городского дворца детского творчества имени Комарова. В 2009 году окончила Уфимский государственный авиационный университет. В 2013 году Башкирский государственный университет имени Акмуллы по специальности «Педагог-хореограф». Ежегодно посещает мастер-классы, вебинары и семинары по хореографии. В течение года у нас проводится 3 показательных открытых урока для родителей. Причем первый открытый урок мы проводим прямо в начале сентября, когда дети только приходят к нам на занятия. Этот открытый урок мы делаем специально для того, чтобы родитель видел, вот каким ребенок к нам приходит. Поначалу он еще не дисциплинированный урок, то есть дети еще бегают, что-то балуются и так далее. И далее мы проводим уже через 1,5-2 месяца повторный открытый урок, где родитель уже видит другой урок совершенно, где уже присутствует дисциплина на уроке, где дети уже такие организованные, они уже становятся подтянутыми, они уже какие-то навыки получают, да, успехи, и вот родитель уже видит вот эту разницу. Далее, еще через полгода проводим опять 3-й показательный урок для родителей и гостей, приглашаем всех желающих посмотреть на детей, и уже родитель видит еще ступень развития своего ребенка. Также в нашем ансамбле проводятся дополнительные занятия по актерскому мастерству. Мы идем, идем через густой, густой
Лес! А комары-то нас как покусали! Комары кусают! И мухи нам мешают! Вообще, актерское мастерство, оно очень благотворно влияет на ребенка, так как, прежде всего, выходя на сцену, он прежде всего является актером. И ему нужно уметь перевоплощаться в разные роли. Будь то зайчик, он, либо надо показать, будет испанский какой-то характер. И ребенку важно перевоплощаться вот в эти разные роли. И вообще, актерское мастерство, оно также благотворно влияет на сплочение всего коллектива, так как эти занятия, они проходят в непринужденной, веселой, дружеской атмосфере. Мы стараемся давать детям много заданий на развитие фантазии. Детям это очень вот прям безумно нравится. Дети довольны, они любят фантазировать, придумывать. Они становятся настоящими актерами. В настоящее время структура ансамбля представлена основным и подготовительным составами. Общая численность ансамбля «Башмачок» составляет 220 участников. За короткий срок Екатерина Андреевна сумела поднять профессиональный уровень ансамбля «Башмачок». Вообще у нас преподаватель такой хореограф. Она очень харизматичный человек, наверное, за счет этого мы все здесь и держимся. Она все время придумывает что-то новое. Мне очень нравится здесь заниматься, здесь очень хорошие, добрые педагоги. Здесь нам нравится, потому что здесь коллектив. И в коллективе девочка моя развивается, общается, новые друзья. Дети – это наше будущее, наша радость. И смотря на наших детей, мы видим результаты, с чего они начали и чего они достигли. Воспитанники ансамбля с 2008 года являются неизменными победителями и призерами городских и республиканских конкурсов. Чемпионат Башкортостана по современным танцевальным направлениям «Танцуй, пока молодой», танцевальный марафон «На крыльях таланта», «Апрельские капели» и многие другие. Практически ежегодно ансамбль выезжает на гастроли по городам Республики Башкортостан. Для нас очень многое значит поездки в разные города. Мы очень весело проводим время, поем, когда едем в автобусе. Мы узнаем много разного о этих городах, знакомимся с новыми людьми, с новыми ансамблями. В данный момент в нашем коллективе имеется более 20 постановок танцев народов мира и более 30 детских хореографических постановок. Премьера номера. Аргентинский танец «Маламбо». Постановка Бакировой Римы Римовны. С ансамблем уже как 3 года сотрудничает постановщик танцевальных номеров, дипломант 12-го Всероссийского фестиваля молодежи и студентов в Москве, лауреат республиканских и международных конкурсов, ветеран ансамбля имени Фази Гаскарова Бакирова Римма Римовна. Благодаря ей коллектив неоднократно занимал призовые места на хореографических конкурсах. Римма Римовна не только ставит профессиональные танцы для ансамбля, но и с удовольствием составляет эскизы костюмов. Также в коллективе работает педагог-репетитор, правая рука руководителя ансамбля Климина Александра Вадимовна, благодаря которой танцевальные номера отрабатываются до совершенства. Так как очень много детей желают заниматься танцами, быть грациозными и пластичными, но не у всех, к сожалению, есть возможность приехать к нам сюда, в центр Тамыр. Поэтому для таких детей, которые вот также хотят заниматься в нашем ансамбле, у нас проводятся занятия уже практически в каждой части города. С 14 октября 2015 года детскому хореографическому ансамблю «Башмачок» присвоено звание «Образцовый». Самым ярким событием нашего ансамбля было получение звания «Образцового». Я считаю, что наш ансамбль достоин этого звания, так как он уже достаточно долго показывает свои таланты и показывает свои награды, показывает, какие мы целеустремленные. Мы очень старались, и очень волнительно было, когда мы ждали, и у нас просто наворачивали слезы, и мы были очень счастливы. Мы стали выше, мы стали серьезнее относиться к танцам. Мы очень были рады званию образцового, потому что мы очень этого ждали, мы очень готовились к этому. Усердно тренировались, каждый раз был как самый важный день.
Также в нашу программу обучения входит обязательно 2 отчетных концерта. Это перед Новым годом, когда дети уже выступают на большой сцене, да, и перед каникулами в месяце мая в конце мы обязательно проводим еще более грандиозный праздничный концерт, где дети уже показывают все свои навыки и умения, полученные за год. Для того, чтобы ребенок выступил на большой, настоящей, шикарной сцене, мы шьем красивые детские нарядные костюмы. У нас работают швеи, с нами сотрудничают профессионалы своего дела. Очень хочется сказать им огромное спасибо за их вклад, за их энергию, любовь, которую они вкладывают в эти костюмы. Хочу выразить огромную благодарность швейной мастерской «Зарина» под руководством Гильвановой Дины, которая шьет нам прекрасные детские костюмы. Хочется выразить благодарность Гульнаре Валерьевне, которая шьет нам уже народные костюмы для старших группа ансамбля. Также с нами тоже сотрудничает швея Надежда, которая шьет нам костюмы для средних составов. Огромное вам спасибо! У нас на отчетном концерте флешмоб родителей. Общие танцы сближают и родителей, и детей. Так как дети наши мы, конечно, наверное, не сможем никогда, но мы стремимся, мы улучшаемся. Давно мечтала танцевать, я в детстве танцевала, и теперь я как бы воплотила мечту своей дочери, она у меня дочь танцует. И, конечно же, я тоже поддерживаю свою дочь Екатерину Андреевну и с удовольствием выхожу на сцену. И вообще все здорово. Хочется просто побыть на месте наших детей и попробовать танцевать. И показать, кстати, детям наше умение. Хотелось бы отметить, что в этом ансамбле самые лучшие педагоги, которые прививают любовь к танцам не только у наших детей, но и у нас, взрослых. Поэтому мы все здесь собрались и поддерживаем наших педагогов, самых замечательных и самых любимых. Целый год репетиции, было иногда тяжело, иногда нам удавалось легко все. Выступление – это восторг, то есть на сцене много людей, на тебя все смотрят, то есть это восторг, это восхищение, восхищение с нашей стороны, то есть у меня гордость за своего ребенка, моя девочка выступает, у нее вот то, что вот меня все видят, я звезда. Ребенок ходил с большим удовольствием, впечатления очень были, особенно после выступления первого концерта, когда мы пришли и посмотрели на сцене, у меня ребенок был бы очень доволен и не хотел даже уходить, и спрашивал потом каждый день, когда мы еще будем выступать на сцене. Дети, конечно же, с нетерпением ждут этого праздничного концерта, эмоций, аплодисменты зрительного зала. Ведь именно в этот момент, выходя на сцену под светом софитов и под аплодисменты зрительного зала, ребенок поистине ощущает себя самой настоящей звездой. Я хочу сказать спасибо Екатерине Андреевне, то, что она с нами занималась, и Александре Вадимовне, то, что они с нами репетировали, и Риме Римовне, то, что она поставила этот танец. А я бы хотела сказать спасибо Екатерине Андреевне за то, что она так вытерпела все, вот собрала все вот эти коллективы, с каждым занималась, она всех знает, всех по характеру. Я просто не представляю, как можно каждого ребенка запомнить. Всегда летит, били друг мой озорной, всех разбил.
Что сегодня здесь проходит? Почему вы такие нарядные? Сегодня у нас концерт. Что за концерт? Цветов и Таня лягушат. Сегодня будут тут проходить выступления всех детей, которые учатся танцевать. Я пришла поддержать своего сына Оскара. Это шаг вперед, я считаю, для детишек в развитии. Дети раскрепощаются. Я пришла поддержать свою дочку Настеньку. Мы занимаемся в этом ансамбле «Башмачок» уже второй год. Нам очень нравится, ходим сюда с удовольствием. Большое спасибо Екатерине Андреевне, она молодец. Я пришла поддержать свою дочь Швыркова Яну. Она занимается уже 6 лет. Нам очень нравится сюда ходить, тем более у нас такие замечательные руководители. Мы практически дружная семья одна за это время стали. Это для меня даже не работа. Это для меня дело всей моей жизни. Я сюда душу вкладываю. Практически большую часть времени я как раз-таки отдаюсь вот своему ансамблю, любимому. Это мое детище, которое я сама организовала, которое веду. Ансамблю сегодня исполняется 10 лет. Конечно, процветание, доброты, счастья, замечательных зрителей, таких как сегодня, чтобы дети никогда не болели, чтобы был мир во всем мире, новых постановок, новых танцев, новых костюмов. Поздравляю с юбилеем наш ансамбль «Башмачок». Ура! Здоровья педагогам, чтобы они наших деток учили, 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 чтобы они также достигли успехов, как они. Пусть «Башмачок» процветает. Я хочу, чтобы наш педагог был всегда счастливый, и дети, которые будут у него учиться, всегда его слушались и не баловались никогда. Потому что все быстро так. Это было очень волнительно, страшно было, но потом очень было круто, и эмоции просто зашкаливали. Концерт прошел хорошо, все очень понравилось. Мы выступили, мне кажется, достойно. Ничего не напутали. Я хочу, чтобы Екатерина Андреевна была еще красивее, совершенствовалась в плане педагогическом, и чтобы в ансамбле было все больше и больше новых детей и новых танцев. Звезды перед тобою тускнеют, нет второй такой в мире, как ты. В твоем сердце цветут орхидеи неземной колдовской красоты. Никого для меня нет дороже, лишь тобою дышу и Башмачок крутой!